Всем привет, с вами я, Влад. Сразу всем вам выражаю огромную благодарность за 1000 подписчиков. Для меня это очень огромная цифра. Я думаю, что мой канал будет расти постепенно, но верно. Так давайте все вместе поставим лайк этому видео и подпишемся на канал. Для меня это мотивация делать новые ролики. Ладно, что-то я заговорился. Приступаем к просмотру. Принимай, принимай, мэр, принимай. Мэр, если вы не примете ордер, я вас уволю. Поехали. Так, лицом к стене. Звонят только по нашей руке, да? Я уничтожил, все нормально, все сейчас. Все устранил. А тот где? А он где? Сюда. Этот. Гражданский. А у него был нелегал. Ты его арестовал? Все чисто. Подземку, да. Подземку сюда. Да, здесь больше они никто не живет. Там еще. У них тут машина. Да нет, тут никого. Не, ну давай там чекнем, да. Ну, маловероятно. И там у них за домом еще может, кстати, быть. Возможно. За домом у них еще может быть, кстати. Нет. Да, за домом у них. Там машина была и все. Давай машину украдем. Вышибалы можно машину украсть. Да, вот она. Здравствуйте. Подожди. Нет там больше ничего. Смогу? Нет, ты можешь только выталкивать людей из машины, вышибалы. Давай сломаем. Колеса пострели. Все, поехали. Поехали. Ага, поехали. Это слишком сильно сказано. Один успешный рейд. Ура! Ура! Все, поехали. Кого ты просишь принять ордер? Мэра только что ушатали, алё, Галя, ты шо? Есть. Садись в угол. Щилка есть? Один на улице, командир специалов на улице. Командир, убегайте, командир. Я убегаю. У меня даже хинки нет. Здравствуйте. Да. Это. Лицом к стене, пожалуйста. Причина. У вас оружие было. Будем обыскивать эту. Директор сейчас сожрет! Так, лицом к стене. Это наша территория, мы лицом к стене. У вас оружие. Если это ваша территория, откройте двери. У меня есть АВП, потому у вас что я сама уже нету лица. Бомба, значит, да? Кто-то меня даже. Пожалуйста, не встаньте лицом к стене. Вы двое, встаньте лицом к стене. У вас нет лицензии. Можно. Встаньте лицом к стене. Ну сейчас лично. Я не буду ждать. Лицом к стене. Так, открываем двери, уважаемые люди. Я обыщу вас, все хорошо. Радио, можете открыть, пожалуйста, лицом. Эту дверь? Мы проверим. Лицом к стене! Нету их. У вашего друга было нелегальное оружие. Так. Давай, рассказывай. Я уже проверял недавно. Сижу и слушаю. Давали в мэрию. Можете, пожалуйста, открыть двери вот эти вот? Заебись! Примите ордер. Откройте эти двери. Давайте. Откройте эти двери, пожалуйста. Ака, I love mix, как бы админ, спонсор, вся херня. Ты с ним ходил. Ничего, да?
Примите же. Я уже лагал или у меня лагает? У всех лагает, у всех. Находим. Все, давайте. Интересно. Так, гражданские, выходим. Я гражданский, убил человека. Не заходите, здесь опасно. Молодые люди. Напарники, блин, вы где? Так, все лицом к стене. Лицом к стене, раз. Маник положи. Вы будете посажены за майнинг. Так. Молодой человек. Остановились. Мне бы батарею-то вам принести. Да. Мне бы батарею-то вам принести. Положите сюда. Поддержите. Не надо. Да за что? Мне просто бы батарею принести ему. Да. Принесли за что? Вы будете арестованы. Вы будете арестованы за терроризм. Не скажите, что это тот. Даже полицейского. Не скажите, что это тот. Арестуйте, это будет терроризм. Быстро. Лицом к стене. Еще раз. Повторяю. Лицом к стене. Раз. А меня уже пустили. Ладно, все, стою, стою. Так. Совсем охуенно. Тут как бы... Там еще маники. Вот маники. Не трогайте ничего. Лицом к стене встаньте и все. Это маник. Что он за майнинг? Лицом к стене встаньте. Раз, два. И все, кто тут живет, это считается нарушителем. Вы будете арестованы за майнинг. Я как понимаю, вы тут живете, да? Я как понимаю, вы тут живете. Нет, я не прописан даже в дверях, я с вами пришел, алло. Рейвер, кстати, вы хотите вам уходить? Майнинг. Зачем? Это ваши двери, только... Включение полиции. Вы мне не говорили уходить. Зачем вы тогда берете деньги с чужого манипринтера? Хоть он и нелегальный. Просто деньги валялись, он здесь я взял. Лимит, пожалуйста, они не валялись. Да деньги вот здесь валялись, я просто взял. Это что, наверное? С них что, деньги выпадают? Ну. Вот здесь, наверное, маники есть. На этот проблок. Ты, может, остановишься? Вот нет? Не хочешь? Да, здесь. Здесь есть это. Потому что это уже... Отменили манипринтеры. Пожалуйста, сейчас покиньте это помещение. Покиньте это помещение. Покиньте помещение. Покиньте это помещение. Да, человек, можешь его арестовать? Не это, лимит. В смысле? Да смотри, иди сюда. Вот смотри, здесь этот... ФБР. Стреляют. Аллах Акбар. Быстрее помогай. Yes. Так. Выходились? А, чё? Все нормально. Как я понимаю, нет. Нет, там последний чел с... Да, нормально. Вон менты поганые, вон они стоят. Чё ты, кто сказал? Сам поганый. Вон говно поганое. Ты ещё, а ну-ка я тебе сейчас вот это монтирую. Я тебя сейчас... Я тебе сейчас... Я тебе сейчас... Да, попробуй. Сейчас, погоди. Я не против, попробуй. Так. Ты наверх сначала посмотри. Ты сначала наверх посмотри. Сейчас я эту трубу тебе в лоб закину. Как-нибудь. Ты посмотри наверх для начала. Сначала наверх посмотри, для того, чтобы меня арестовать. Пиу! 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 В банк напали. Ограбление банка, срочно все в банк.
Yeah.